Привет, друзья! Сегодня 24 февраля 2015 год. Россия, Амурская область, Благовещенский район, деревня Новинка. Мы вчера с батей сделали себе подарок на 23 февраля. Мы конструировали эту малышку 8 месяцев. В июне начали, вынашивали ее, придумывали, думали. Многие говорили, что у нас не получится, но, как говорится, у нас сила воли крепкая. В общем, всем привет! Сегодня вот мы обкатываем, вчера обкатывали, вот праздники вот так вот проводим, экстремальные виды спорта. Погода сейчас стабилизируется, будем летать, ездить по непроходимым, как говорится, лесам, полям, по снегу и лужам.